Приветствую всех из Одессы, из солнечной прекрасной Одессы. Ребята, посмотрите, какая красота. Море штормит, небо ясное, ни единого облака. Светит солнышко. Сегодня у нас на календаре 10 сентября. То есть можно, грубо говоря, так сказать, что уже середина сентября. А погодка держится прекрасная, бархатный сезон. Людишки, как видите, на пляжике загорают. Кто-то купается, кто волн не боится. Ну, короче, замечательно все в Одессе. Я вам так скажу. Две ночи подряд нас не трогают. Никаких ни тревог, никаких ни атак. Да просто песня. Понимаете? Здесь, правда, море грязноватое. Видите, никто не купается. Прям такие водоросли. И прям такой запах неприятнейший стоит. Ну, как неприятнейший. Сносный, но не особо. А люди есть. Есть на пляже и в море. Есть. Так, ну мы на 16-й фонтане, кто не понял. Для тех поясню. Идем дальше. Дальше у нас будет Золотой берег. Посмотрим, что там. Есть ли люди, нет ли людей. Короче, прогулочку вам сегодня устрою. По нашему Черноморскому, Одесскому побережью. Кому интересно, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать, чтобы посмотреть, что сегодня происходит. Всем желаю хорошего выходного дня. До встречи, пока.